И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат аккаунту. Сегодня у нас уже полноценная 23-я серия. И сегодня мы вместе с вами уже имеем замечательное звание командор. Вот так вот в последнее время у нас очень и очень быстро начали подниматься звания, начали прокачиваться вооружения в гараже. И сегодня мы полноценненько уже закончили наши новогодние ивенты, и вы видите на своих экранах уже 2000 танкоинов, а это значит, что я уже забрал эту самую замечательную супер-миссию. Сегодня вместе с вами нам предстоит открыть ультра-контейнеры, а также небольшое количество обычных контейнеров за предыдущую часть. Ну и надеюсь на то, что с этих 20 ультраконтейнеров нам выпадет что-то интересное. Можно их открывать по 5-15, можно открывать по единичке. И я вот немного нахожусь в сомнениях небольших. Но, наверное, я сначала открою 10 обычных, потом полноценную двадцатку по одному. Мне вот почему-то кажется, что что-нибудь интересное по единичке может дропнуть. Ну, я просто экспериментирую. Открывал на основе 15-5-15. Там выпало мне одно устройство. Посмотрим, как, например, здесь по единице мне дропнет. Ну и заодно постараемся успеть еще выполнить заданки за этот видеоролик. Нам надо будет набить 1500 очков в штурме. Ну, если вдруг там не выполню, то ничего страшного. Особо я думаю, что мы затягивать не будем. Но одну каточку точно полноценно сыграем. Поэтому приступаем к открытию. Что касаемо особых миссий. Я, получается, получил две миссии по 3 контейнера со снеговиков, уничтожив их на МК-1 Мамонте, да, по тому способу, который у нас есть на канале, да. Кто не знает, на будущее тоже можете посмотреть, как очень легко и просто убивать даже очень-очень большой резист у спецаккаунтов, да, по типу там снеговиков, или бывают еще там джиггернауты, которых тоже надо слить с большим резистом. То есть мамонт с этим делом справляется очень и очень хорошо. Ну и выполнил из тех миссий, которые были там по 9000, я выполнил тоже там 3 или 4. Все, к сожалению, выполнить не смог, поэтому 15 ультраконтейнеров сверху я не получил, но очень неплохо прокачал аккаунт, с чем я в принципе, доволен, да. Ну и сегодня у нас также на прокачку пойдет страйкер, пойдет диктатор. Диктатор у нас, к слову, уже можно поставить на следующий шаг, но я ставлю вместе со страйкером, дабы оно как-то там, ну, более-менее шло интересно. Ну и у нас еще сегодня тоже будет бустер на следующий шаг качаться, поэтому ситуация, в принципе, вот такая вот какая-то. Уже по 5 шагов на 6 у нас качаются резы. Бустер у меня уже будет 10, пойдет на 11. Ну и страйкер с диктатором у меня будет уже на 7 шагов, пойдет на 8. То есть потихонечку прокачка идет. И мои планы дойти до легенды первой уже с вот этим всем делом фуловым. Не знаю, конечно, сколько времени на это понадобится. Может быть, даже будут какие-нибудь хорошие скидочки, и я прокачаюсь даже с ускорениями, если у меня будут кристаллы, да, то есть, например, на данный период времени у меня есть 255 тысяч крисов, плюс у меня есть еще недельные конты, старые, недельные обычные, и в сумме там, ну, еще хорошая пачка крисов будет. Плюс я уверен, что эти танкоины могут еще пойти на какой-нибудь хороший челлендж, и мы их тоже благополучно потратим. Ну, а вам, друзья, могу сказать, что прожимаем обязательно лайки на данный видос, да, на эту рубрику. Каждые 10 лайков все так же открытие одного контейнера. Поэтому мы за лайки сначала открываем десятку обычных контейнеров. К слову, у нас останется сразу соточка. Фиолетик падает. Может быть, что-то интересное. Нет, не интересное, к сожалению. Очень много там дропа есть в фиолетовом свечении, поэтому удивляться такому дропу нету особо никакого смысла.
Поэтому мы просто открываем, да, там падает, падает, что-то хорошее не падает, ну, значит, не падает, что поделаешь. Да, все, десяточку обычных мы открыли, ну и теперь 20 ультра-контейнеров по одному. Смотрим и надеемся на что-то хорошее. Первый пошел. Нитрушка, хорошо. Оп, фиолетик сразу, со второго. Твинс, ускорители плазмы, ну, не нужен, к сожалению. Краска диска третья. Кристаллы, урончик, свитерочек, кристаллы десятка, премочка троечка, кристаллы десятка, фиолетик сверху, громчик подкалиберный. Но мне они не нужны, эти устройства, мне бы что-нибудь, устройство на корпус какой-нибудь. Оп, интерес, краска флоу, неплохо. Будет у нас теперь новая краска на аккаунте полноценно, по ходу дела. Золотое одно тоже дропнуло. Это хорошо, в принципе, с двадцатки золотое увидеть. 3500, но у нас уже по ощущениям заканчивается контейнер. 10 тысяч кристаллов сверху. Фиолет 250 всех припасов, и это был последний контейнер. Припасы, это тоже очень и очень хорошо. До 300 тысяч плюсанулись, плюс 50 как рисов. Хорошо, ну и у нас есть новая краска. Есть новая замечательная краска, на которой мы будем вместе с вами катать сегодня. Да, это была, если я не ошибаюсь, одна из первых, а может быть даже самая первая моя анимаха, на которой я играл на своем основном аккаунте. Соответственно, она такая довольно-таки важная уже для меня, эта красочка. Ну и по ГСу, кстати, сколько у меня? 8665 уже, да? Надеюсь, что совсем скоро у нас уже где-то около девяточки ГСК будет. Пикаем штурм. Надеемся на хороший бой. Ну и полноценно постараемся быстренько выполнить заданочки. Все три. Все три. Да, я даже там не стал одну заданку менять. Там заданка с подбором дропа. Я боюсь, что если я поменяю там... А, вернее, с кристаллами даже, да. Боюсь, поменяю что-нибудь такое, если выпадет, и будет печально. Фанты повышенные у нас упали. Также повышенного опыта у нас сейчас нету, но премка есть, это хорошо, будет возможность на заданках тоже немножко приподняться, подфармить. Ну а что касаемо дропа с 20 ультраконтейнеров, ну в принципе неплохо, золотое одно есть, пару фиолеточек, хоть и не совсем нужных, ну и кристаллов до кучи, плюс премка. Я считаю, что довольно-таки неплохо, пойдет, пойдет, почему нет, да, то есть, ну упало бы что-нибудь еще жестче, было бы еще приятнее, но а так имеем то, что имеем. В принципе, неплохо. Стараемся выиграть катку и стараемся заработать как можно больше очков. Напоминаю, что мне нужна полторушка. И если что-то около нее будет, это будет супер. И если мы, например, тут за одну, за полторы катки выполним заданочку, это будет великолепно. Доставочка первая имеется. 50 очков сразу сверху. 40-очка резиста у меня уже на... В таком-то аккаунте я считаю, что это очень-очень хорошечно спасает в каком-то моменте. Ну и там, я так понимаю, что противники играют с медленными шарами, да? Там какие-то медленные шары пускаются. Противник здесь накидывает плотный урончик. Стараемся толстячка сразу убрать с радара. Ой-ой, сколько этих шаров летит. Это, конечно, опасно. Это опасно. Это очень опасно, когда они еще от стенок летят. Может быть, сейчас попробовать заехать через справа, может быть. Попробовать чуть траекторию другую дать. Изида что делает? Что-то крутится, накручивает. Но там сейчас будет очень тяжко доставить, если честно. С таким большим количеством шариков, летящих по стенкам, доставить будет очень и очень тяжело. Так, есть у нас возможность подбора. Там страйкер какой-то стоит. Тут, кстати, наш тиммейт очень грамотно поехал. Он как раз-таки поехал через справа. Но его уничтожили. Так, хоппер упал в минус. Давайте тоже попробуем через право. А, через право тоже шары уже летят. Блин, тут сейчас будет такая рубка прям конкретная. С этими шариками. Эти цепочки, это просто ужас. Вот вам и Тесла, да? Говорят, что Тесла не нагибает. Очень жестко, очень сильно бесит. При том, что у типов устройство... Недонатные, недонатные. У них обычные устройства, которые просто
За кристаллы каждый из вас может приобрести, и пуская их, вот видите, вот так вот в стенку, потом от них рикошетит и через них постоянно играет линия, они могут очень-очень много грязных вещей делать, и вам будет крайне-крайне сложно доставлять, и крайне сложно вообще как-то им давать какую-то конкуренцию. Так, ну пробуем, пробуем. Три шара. Ой, сколько-то мин. Ужас. Ужас, ужас, ужас. Нужна какая-то траектория грамотная. Может быть, даже стоит сейчас поехать без лага. Ну, ладно. Давайте подборчик оформим. И попробуем сейчас через лево разыграть. Как раз там Тесла будет стоять. Накидывая в центр. Может быть. Может быть. А, так он еще, короче, у него Титана, Тесла еще и с минами. Жестко, короче, жестко, жестко. Он, значит, еще и мины ставит, да? Еще и купол поставил. Ладно, постоим, чуть постреляем. Сейчас у меня овердрайв будет. Может быть... Ой-ой-ой, не-не-не, стой, братик. А, понял, хорошо. Вика и Зида еще сверху овердрайв прожимает. Не, ну такие катки очень-очень тяжелые. Прям очень тяжелые. И, наверное, мне даже особо смысла не было ее играть. После того, как я увидел таких жестких типов в дефе. Но раз у нас уже видеоролик, а в видеороликах мы... Бои особо не перепикиваем. Вот сейчас будет тайминг, когда у него пропадет купол, и у меня будет возможность его слить. Я уверен в этом. Что будет возможность его уничтожить. Так, купол пропадает. Пробуем свестись. Ага, я понял. Свелся. Добрый вечер называется картина. Картина называется «Добрый вечер, господа». Наебают... Всех тут нас, да? Ну, что-то как-то очень тухло. Очень-очень-очень тухло, очень тяжело. Я, конечно, уже жду, когда эту Теслу занерфят. Когда ты играешь на таком вооружении, как Дико Страйкер, и видишь вот эту вот всю ситуацию, то, ну, печально становится, печально. Печально понимать, что есть одна пушка, которая намного жестче, чем любая другая. Когда ты играешь, конечно, на ней, то более-менее себя нормально, комфортно чувствуешь. Можешь тоже моменты очень хорошо для себя использовать. Но когда у тебя ее нету, то очень-очень болезненно все. За 5 минут я набил 145 очков. Результат, мягко говоря, плохой. Мягко говоря, плохой. Можно высказаться немножко по-другому, но давайте... Ну так, аккуратненько. Аккуратненько, скажем, все это дело. Без лишнего какого-то негатива. Давайте, раз уж противник так плотно дефит, постараемся навязать борьбу где-нибудь здесь стелсом. Что-то сделать. Что-то покидать. Сводится в меня пассажирчик. Хорошо. Сливаем его. Там... Опа, Васпик приехал. Ну, короче, бесшансовая какая-то, вообще абсолютно бесшансовая катка. У меня что-то ребята особо не хотят никак возить, не стараются на победку здесь сыграть. Ну и вообще, в принципе, тяжело, тяжело, определенно тяжело что-то делать в таких боях, когда противник настолько плотно стоит в дефе. Будем, конечно, что-то стараться. Было бы неплохо уничтожить вообще вот этих вот всех... пассажиров. Вопрос лишь только, как их уничтожить? Как их уничтожить, когда там Изида лечит? Оп, ладно, двоих убрал с радара. Пробуем убрать еще кого-нибудь с радарчика. Поэтому пассажир вообще по 200 урона залетает. Пробуем ему сводочку воткнуть. Ну ладно, не успел я. Резист у него тоже есть, да, Тесла? Сейчас будет, кстати, у меня тайминг хороший. Опа, есть купол. Есть купол. Если купол никто не сольет, то, может быть, попробуем доставить. Ага, все ясно, понял. Услышал, 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 услышал. Ну, такая катка, конечно, неприятненькая. Если уж будем говорить честно, то каточка неприятненькая. Так, двух сливаем. 80% овердрайвер, и со сразу прожимает овер. Ясно, понял, понял. Понял, понял, понял. Так, у меня сейчас будет овер. Нужно попробовать ворваться через лево.
ворваться. И желательно вообще дать сводку сразу по тому титану и под сводку прожать овердрайв. Это, наверное, одна из... Блин, я подавление схавал. Она не такое долгое. Одна из возможностей уничтожения этого титана. Одна из возможностей. Так, это Изида, конечно, лечит. Очень неплохо. Фига себе, что с ним происходит. Еще одна бомбочка есть у Васпика. Хорошо, едем дальше. Едем, 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 друг. Едем. Откройся хоть. Дай мне накинуть чуть-чуть. Хорошо. Еще по говяшке. Ну ладно. Чуть-чуть накинул, но видите, этого всего мало, мало, очень мало. Очень мало даже такого урона. Хотя, казалось бы, его должно быть достаточно, дабы хотя бы пробить зону. Так, ну и там, наверное, мины, да, в большом количестве. Сейчас что-нибудь попробуем. Страйкер сверху вообще стоит. Блин, ну я не очень-то как-то особо даже и попасть не могу. Ой, сводка у меня залетает. Пробитие. Да, 300 очков, это максимально печально. Печально. Ну давайте хотя бы, я не знаю, стараться что-то тут до какой 500-ки рваться. Его даже никто ни разу не уничтожил, этого типа. Типа УП 19 к нулю. 19 к нулю. Оп. Оп. Миночку. Ловить можно было. Так, Васпика вот этого уничтожим. Хорошо. Так, у Теслы тоже, кстати, этой... Корпус так нехило поддергивается. Так. Боец думает, что он умный. Я-то на радаре все вижу, где он. Контролит очень сильно, очень сильно. Но я, конечно, тут уже больше в свое УП, в ТДМ какой-то начинаю играть. В связи с тем, что там уже шансов на доставку практически нету. Шансы на доставку равны практически нулю. Наши тиммейты, конечно, еще что-то там стараются. И даже доставляют. Даже доставляют. Но вот этого титана надо слить. Обязательно. Аптечку хавает. Блин, как же я хочу его уничтожить. Вы себе представить не можете, как я хочу его слить. Хочется уничтожить такого типа, при том, что у него сейчас нет аптеки. Мне бы овердрайв бы. Ух, еще бы если бы какого-нибудь викинга, знаете, такого МК-8, как сунуть ему туда. Уф, было бы очень хорошо. Было бы шикарно. Но так у меня такой возможности, к сожалению, нету. Хорошую такую плюшечку засадить ему. Титан с куполом, да? Имеется. У вас побегает, титан с куполом пушит. Зачем ты пушишь, друг? Байтим его, что уезжаем в другую сторону сами. Остаемся в позиции, пытаемся разыграть через другую сторону доставку. А тут мин сколько? Ё-моё. Ё-моё! Да. Да-да. Ну ты что делать в таких боях? Я не знаю. Что делать? Вот поэтому с таких боев и ливают у нас игроки. Где ты? Старайся, не старайся. Но сделать что-то крайне-крайне сложно. Придется только играть в ТДМ. Остается только что-то накидывать. Какой-то урончик. Так, ну я хочу слить очень сильно этого пассажира. Этого пассажира мне надо слить. Сейчас я сливаю вот этого типа. Надо слить его обязательно. Мину там липанул. Но... Ой-ой-ой. Две рельсы. И в такой тайминг, когда у меня купол спадает. Еще купол прожимает титан, но надо его уничтожить. Я сейчас хочу поймать тайминг. У меня уже игра идет не штурм, а на уничтожение типа, у которого стоит где-то сотка мин, который к нулю здесь идет. Так, как раз я сейчас займу позицию хорошую. Этой позиции можно будет сразу пробовать. Давай, 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 дружане, двигайся. О нет, только не викарейся с овердрайвом. О нет, о нет. О нет! Да. Так не хотел получать урон, что улетел вниз. Даже фланг не можем продавить.
Даже фланг не можем продавить просто. Это ужас. Даже фланг не давится. И что делать? Что робить, хлопцы? Что робы ты? Да, надо как-то что-то надо пробить его как-то. Как-то надо пробить. Викаизида еще лечит. Ой, ужас. Ой, ужас. А вон овердрайв жмет. Голды на карте летят. Расходка у меня улетает. Так, ну едем. Едем, бойцы. Двигаемся, бойцы. Есть шансы, бойцы. Есть. Есть. Чувствую, что есть шансы. Чувствую. Сейчас главное рису уничтожить. Есть шансы. Вот сейчас открываются они, замечательные мои. Так, только не говорите, что он едет на меня. Блин, ну серьезно, ну зачем ты на меня едешь, братик? Я только хотел слить этого пассажира. Они на меня выпушивают до конца. Ё-моё, ну вообще без шансов. Вообще без шансов. Ну вообще просто ноль шансов. Ноль. Ноль. Ноль шансов даже попробовать слить того типа, на ком все мины. Вот настолько все сложно. Настолько все сложно в этом бою. Даже занимая зону, выгодную для себя, для уничтожения противника, для очищения респа и возможности доставки своих тиммейтов, ну, помощь, полноценная помощь. Даже там противник принимает и не дает разыграть ничего. Да, то есть у меня до сих пор есть овер, который я хочу реализовать грамотно, грамотно. Но чтобы это сделать... Не надо доехать до одной позиции. А я хаваю критическую мину. 40 сек до конца. Ой, ужас, ой, ужас, ой, ужас. Да. Обидно. Хотелось бы, конечно, его уничтожить. 25 к нулю. Молодой человек идет. 25 к нулю. Но при этом очков у него. Сколько же примерно, сколько и у меня. Вот так вот мы и живем, бойцы. Вот так вот мы и играем, бойцы. Какая-то такая Тесла опасная. Может зарешать всю катку. И ничего ты не сделаешь с ней. Ну вот как бы ты ни хотел, у него девятка мин, у него устройство, которое дает ему отличную возможность контроля ситуации на карте. И за стенкой он будет выигрывать максимально много для себя и для своей команды. А я... К сожалению, ничего сделать не смогу. И все. И все. И все. Так, но две заданки мы выполнили. Одну, к сожалению, нет. И я думаю, что мы ее уже добивать не будем. Иначе это будет крайне-крайне долго. И я думаю, что мы на этом видос наш закончим. Нашу 23-ю серийку. В очередной раз спасибо, друзья, всем, кто поддерживает меня. И эту рубрику. Кто прожимает лайки? Ведь каждые 10 ваших лайков все так же. Открытие одного контейнера на этом аккаунте. Мы едем дальше. Подписываемся, друзья, обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.